Удобство, качество и доступные цены. По таким критериям оценивают Самарцы сельскохозяйственные ярмарки, которые давно полюбились жителям и гостям города. В этом году в областном центре откроют еще две локации. Первую из них разместят на пересечении улиц Ташкентской и Старозагора. Здесь планируют оборудовать торговый павильон на 24 места. Появятся новые торговые ряды на 50 мест и в Октябрьском районе города. На пересечении улиц Карла Маркса – Революционная. Таким образом, в текущем году количество муниципальных ярмарок по сравнению с прошлым годом у нас увеличится на 2. Количество торговых мест увеличится с 975 до 1049. В настоящее время в Самаре работают почти 40 ярмарок, как муниципальных, так и частных. Ярмарки получились круглогодичные, то есть зимой в них тепло, летом в них прохладно, соответствующим образом. Они кондиционированы, так сказать, они освещены, в них есть и туалет, есть и вода. Председатель Думы городского округа Самара Алексей Дегтев добавил, что особое внимание должно уделяться санитарному содержанию всех торговых площадок. Продукцию необходимо проверять и сертифицировать, чтобы жители города имели возможность приобретать качественные товары по доступным ценам. Ольга Павлова, Николай Епифанов. События.